Учитель физики и информатики Наталья Давыдова со школьной скамьи интересовалась точными науками, поэтому и выбрала эти непростые дисциплины. Но любви к собственному делу недостаточно, когда речь идет о работе в школе. Чтобы быть хорошим учителем, необходимо найти общий язык с каждым ребенком. Наталья Давыдова разработала собственные методы работы с учениками, что позволило ей не только создать благоприятную атмосферу в классе, но и стать лауреатом регионального этапа конкурса «Учитель года». Отец Натальи Давыдовой был инженером по образованию и много лет проработал учителем физики. Аналитический склад ума и любовь к точным наукам она унаследовала от него. Но выбрала свою профессию Наталья не только по этой причине. Интерес к педагогике появился, когда учителем стала ее сестра. Помню, когда она пришла молодым специалистом в школе, как смотрели на нее учащиеся, что вызывало искренний интерес. Именно по этой причине я решила стать учителем. Чтобы ученики с большой охотой ходили на урок и с любопытством слушали каждую новую тему, учитель должен не только обладать глубокими познаниями своего предмета, но и быть отзывчивым и понимающим. Конечно же, я стараюсь жить проблемами детей, интересуюсь их окружающим миром, тем, что их интересует, конечно же. Стараюсь всегда находить пути решения, предлагать им пути решения, но, конечно, всегда при этом учитывая их точку зрения. В общении с детьми отношения дружеские, но, с другой стороны, конечно же, понебратство не допускаю, поскольку вот такая градация, она все-таки должна существовать между педагогом и детьми. В этом году Наталья Давыдова показала свое умение продуктивно и грамотно выстраивать работу на уроках не только ученикам, а еще и конкурсной комиссии. Заняв первое место в муниципальном этапе конкурса «Учитель года», весной Наталья представляла Рассказовский район на областном уровне, где стала лауреатом и победителем в номинации «Учитель-исследователь». Я очень активно использую исследовательскую технологию, поскольку считаю, что использование ее привлекает учащихся, делает процесс познания наиболее интересным. Ну и, конечно же, когда ребенок выступает в роли исследователя, это намного продуктивнее. Рассказовскому району впервые удалось добиться таких результатов в конкурсе «Учитель года». И, конечно, Наталья считает это большим достижением. Но гораздо важнее для нее звание «Народный учитель», которое она получила в 2010 году. Ведь победителя выбирала не комиссия, а учителя и школьники, что говорит о признании и уважении коллег и любви учеников. Она очень хорошо объясняет тему, материал. И мы понимаем. Добрая учительница, но требует от детей, чтобы мы учили этот урок. Мне нравится. Ну, как, задает она немного, учит нас всему. Понимаем мы все, как она рассказывает, добрая. Физика – одна из самых сложных школьных дисциплин. Но за 15 лет работы в школе Наталья Давыдова научилась доходчиво и доступно объяснять детям непростые физические законы, используя простые жизненные примеры. Дарья Белозерова, Максим Соколинский, Новости ТВ Рассказово.